What is happiness for you? Для вина. Емкость для вина. А это что, это алюминий? Нет, это не нержавейка. Нержавейка. Если не ошибаюсь, это на молокозаводах используется. Для молока? Я тут, мне кажется, или молоко, или сыр. Я почему спрашивал электрика про пена, чтобы электричество, на электрик, чтобы самому тоже будет это все. Я думаю, вот в эту делать. Ну пока вино не делать, раз это вино-то там пару недель и все. Она уже свободно залезла. Думаю, об этом есть нормально. Нет. А потом, когда да, узнал, так... сколько надо за электричество платить, это уже все подало. Нет, это да, по электричеству не получится. В принципе, у нас не так бесплатно, у вас весь леса много, у нас ночь. Но все равно не электричество уже. Это для вина бочка. Да, да? Вот на теребиле оно начинает определенный момент брожения, именно в определенный какой-то момент шланг и сразу бочка. Ну, в этом году я уже буду делать вот этим способом. Я уже в прошлом году я еще не так делал, но в этом году я уже вот так вот сделаю. Это, а у меня да. На юге, допустим. Стоп, вот. Так у нас ванная есть. Ну так какая проблема? Это просто в ванной, эмалированная. Все, просто измельчить, туда забрасываешь, оно всплывает вверх, а вот само, я не само, знаю, в какой момент надо его. А само вино стекает просто. Ну, там есть как раз слив, можно. Там да, просто через слив. Зависит от погоды, от температуры. А остальное все это выжимает. И скиснет, да? У нас просто виноград еще, у нас виноград столовый, и он вообще косточка и ядро сок не отдает. То есть выжать его невозможно. Да, можно сломать аппарат, но он выжимается, потом отпускаешь, и вот как было виноград вот круглый, он так остается. Он пока не перебродит, то его отжать нельзя. Это не винный просто сорт. Винные сорта, они отдают сок. Только сразу течет. Да, и сразу течет. А вот этот у нас не столовый, и с ним так трудно работать. У меня дома сразу... Здесь дробилка, здесь сразу снизу сливаю. Давайте работать что-то. Идем. Мы работаем. Давай. Дробилка. Дробилка, вот еще эти бочки, которые... Вот тут бочки в подвале.